Дорогие мои друзья, всем привет! Мы сегодня будем готовить яблочные блинчики. Итак, начинаем подготавливать. С яблок удалим сердцевину и порежем на мелкие кусочки. Теперь перекладываем в емкость, добавляем 3 яйца и взбиваем блендером. Вот такая кашица. Добавляем молоко. Половинку молока. Муку. Щепотку соли. 2 столовые ложки сахара. Добавляем остальное молоко. И 2 столовые ложки растительного масла. Начинаем выпекать. Блинчики готовы. Начинка у нас будет из нутеллы. Я оставлю ссылку, так как я готовлю быстро нутеллу. Оставлю также ссылку на плейлист, где у меня там очень много разнообразных блинчиков. Итак, начиняем блинчики. Вот нутелла, которую я только что приготовила. Готовится она 2 минуты. И заворачиваем блинчики. Вот такие у нас блинчики с яблочным ароматом и с нутеллой. Вкусные, аппетитные, очень-очень нежные блинчики. Всем спасибо за просмотр. До свидания и до новых встреч, дорогие друзья.